Лучшие учителя региона сегодня получили заслуженные награды премии президента России и губернатора Ненецкого округа. В преддверии профессионального праздника Дня учителя на сцене культурно-делового центра прошло чествование 6 педагогов из социально-гуманитарного колледжа и школ Наринмара и Красного. Лучшим преподавателем из 12 подавших заявки на соискание премии в рамках приоритета национального проекта образования лауреатом премии президента признана Эльвира Карипанова, учитель информатики Наринмарской школы номер 5. Она руководит окружным предметным объединением учителей информатики, координирует региональный этап всероссийского конкурса «Инфознайка», является лауреатом премии губернатора региона 2010 года и обладателем почетной грамоты Министерства образования и науки России. Обладателями премии губернатора Ненецкого округа в этом году стали 5 педагогов.